Во всех домах страны с 2020 года начала действовать новая система поверки счетчиков. Связано это с законом об интеллектуальном учете электричества. Какие именно изменения уже произошли, расскажем в рубрике «Ценный выбор». Сегодня в стране начинают действовать новые правила проверки счетчиков. Теперь факт ревизии подтверждается только с помощью электронной регистрации в реестре Росстандарта. Специалист сразу или в течение суток после проделанной работы должен внести данные на сервис. Владелец прибора также сможет ознакомиться с этой информацией. Нужно просто в соответствующем разделе ввести номер счетчика. Доступ к данной системе открыт для всех. Если сведения метрологической работы не будут зафиксированы на сайте, то результаты осмотра аннулируются. При этом бумажные свидетельства о ревизии останутся, их будут выдавать по желанию заказчика, но юридической силы они больше не несут. Такие изменения связаны с законом об интеллектуальном учете электроэнергии. Он вступил в силу в июле 2020 года. Теперь поставщики света обязаны за свой счет устанавливать умные приборы в многоквартирных домах, а сетевые компании в частных. За невыполнение требований предусмотрены штрафы. Напомним также, что этой весной правительство страны перенесло массовые проверки счетчиков электроэнергии, газа и воды с этого года на следующий из-за пандемии коронавируса. Специалисты Росстандарта рекомендуют перед тем, как планировать ревизию приборов, сначала проверить самих исполнителей. На сайте Росаккредитации можно посмотреть, есть ли у компании право на проведение метрологических работ. Даниил Седов, Юлия Шинкарюк. Новости по будням.